Пожалуйста, так не переживайте, у меня все-таки 20 лет опыта, ребят. Понимаю, мы просто, как бы вам сказать, посовременнее все хотели. Да вообще не вопрос, ребят. Значит, если вы не хотите классику, давайте сделаем конференц в сторону стендапа. Вообще очень модное сейчас направление, ребят. Давай стендап, а корь? Ну, можно без всяких этих традиций. Невесту мы не будем воровать, из обуви не пьем, на мальчика и девочку тоже не собираем. Не, ну, ребят, ну, сборы хотя бы надо оставить. Я не знаю, старшее поколение вас не поймет. Ой, давай оставим. Ну ладно. Кстати, есть же вообще потрясающий интерактив. Ребята, шляпа называется, которая предсказывает будущее. Это вообще мой коронный номер. Ой, Коля, там шляпа в голове подносит, и музыка играет моей знакомой одной. На свадьбе написали, напилась, я пьяну включили. Так смешно было. Да, это очень смешно. Мне на минутку, мне надо позвонить по работе. Да. Оставляйте, оставляйте. Да, давайте следующая сцена. Я по телефону.